Друзья, в продажу поступил автомобиль Nissan March 2010 года выпуска в черном цвете. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 литра мощностью 90 лошадиных сил. В паре с этим двигателем стоит автоматическая коробка передач. Сам автомобиль на переднем приводе. У авто 3 владельца, оригинальный ПТС, хорошее техническое состояние. По комплектации имеется беспечевой доступ. Все 4 стекла электроподъемника, водительская автоматическая, электрорегулировка фар, электрорегулировка зеркал, кондиционер, сенсорная мультимедиа. Салон в приятном коричневом цвете, прялой ткани. Приезжайте, смотрите, забирайте.